everybody. My name is Kirsty. Меня зовут Кирсти. I come from Tromsø International Film Festival. Я являюсь представителем международного кинофестиваля в Тромсе. And as you can hear, my Russian is very, very bad. И, как вы видите, мой русский совсем плох. First of all, I want to thank you, everybody, for coming out tonight, and it's such a pleasure for us to see a packed venue, and we have been looking forward to this for a long time. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что мы видим полный зал сегодня, и мы очень надеемся на то, что мы еще раз к вам приедем и повторим этот успех. For Tromsø International Film Festival runs in January every year in Tromsø in Norway. But this is the third time that we have picked up an old movie, an old silent movie, and put new music to it. And we are very proud to come here to Russia and present this film to you. This project is also funded by Barentskult and the Norwegian Embassy in Moscow, because this is sort of our contribution to the relations between Norway and Russia. Международный кинофестиваль в Тромсе обычно проходит в январе каждого года. Это уже третий проект, который осуществляет фестиваль. Мы уже были ранее в России. В этом году это Метрополис. И данный проект проходит при поддержке норвежского Баренц-секретариата в Киркенесе, посольства Норвегии в Москве и наших партнеров в России. Victor here will tell you a little bit more about the film and the experience, so we don't have to do the interpretation all the way. But from Tromsø International Film Festival, thank you again for coming out tonight to watch the film and to watch these fantastic musicians that Victor will tell you more about. Дорогие друзья, я не буду многословен. Вы все наверняка знаете эту картину. Сегодня вы увидите самую полную версию «Метрополис». Сразу после премьеры в 1927 году фильм был достаточно сильно урезан в размерах, 30 минут исчезли, можно сказать. И совершенно случайно 3 года назад в одном из музеев Буэнос-Айреса нашли копию фильма. Она была довольно истрепанная, не очень хорошем состоянии, и тем не менее работники музея решили связаться с немецкими специалистами, которые уже ранее осуществляли реставрацию фильма «Метрополис». И в результате кропотливой работы мы имеем возможность увидеть сегодня этот результат. Фильм антиутопия, боевик, любовная история. В нем много всего интересного. Да, и фантастика, естественно, тоже. Звуковую дорожку к этому фильму записали музыканты из Финляндии, России и Норвегии. Особенность записи данного саундтрека – они работали всего лишь одну неделю над проектом. Это была очень сложная и кропотливая работа, но тем не менее, это стоит того, чтобы услышать, увидеть. Позвольте мне представить музыкантов. Группа Cleaning Women. Проект, который обитает на планете Клинус. Гудмунд Эсгард, Норвегия. Насра, Норвегия. И Иван Афанасьев, Россия. Приятного просмотра и прослушивания.